Привет и добро пожаловать. В прошлом видео я обсудил многое, но сейчас произошли крупные события, так что возьмите попкорн и давайте к этому перейдем. Во-первых, Honor of Kings в Турции заявили, что предварительная регистрация начнется завтра. Но произошло самое неожиданное. Honor of Kings доступна везде прямо сейчас, только в магазине приложений iOS, в Северной Америке, Европе, Филиппинах, Турции, Бангладеш, Малайзии, Японии и многих других странах. Она доступна повсюду, кроме Вьетнама, Тайваня, Сингапура, короче говоря, не в регионах Гарена. Да, ваши молитвы услышаны. Она выходит в Северной Америке, Европе, Юго-Восточной Азии, Японии, Корее. И мы обнаружили русский язык на официальном сайте. Так что я вам правильно сказал, верно? Следите за дополнительной информацией завтра. Eminem, J. Cole, my first name, rock, yeah, now rock and roll.